Итак, друзья, доброго времени суток. И мы сегодня собрались для того, чтобы детально разобраться с новым направлением, которое мы с командой взяли в прокачку после того, как увидели очень серьезные результаты за очень короткие сроки. То есть речь идет действительно о реальных доходах в десятки и сотни тысяч евро за полугодовой период. Поэтому, если вам тоже было бы интересно поработать с такими цифрами, то дальше слушаем очень внимательно. Сразу скажу, что если вы уже что-то слышали об этом проекте, а вы по названию сейчас ориентируетесь, если слышали, то тем более крайне рекомендую досмотреть эту встречу до конца. Почему? Потому что я уже многократно встретился с ситуацией, когда людям дали неполную или некорректную информацию, либо они увидели только часть вообще всей картины, соответственно, они сделали неверные выводы и... как результат, да, эту возможность для себя не рассмотрели. Хотя возможность, ну, действительно, на сегодняшний день одна из лучших на рынке. Вот, поэтому, друзья, смотрим до конца, целиком всю картинку воспринимаем, и после этого уже делаем взвешенные выводы и решения. Итак, чтобы нам с вами разобраться, давайте я покажу вам несколько слайдов, чтобы было все наглядно. Ага, очень хорошо. Вот таким вот образом. Итак, друзья, значит, проект, который мы сейчас взяли на прокачку, называется, в народе его знают как Crowd One, а официальное юридическое название Impact Crowd Technologies. Слева сверху видите, да, вот официальный сайт, пожалуйста. Значит, Impact Crowd Technology какое-то время назад купила Crowd One компанию, и, соответственно, сейчас Crowd One – это подразделение большой корпорации Impact Crowd Technology Group. Вот, соответственно, да, есть отдельный сайт, но это сайт только для работы с партнерами, да, а официальный сайт компании видите слева. Итак, друзья, сейчас я не буду очень подробно проходить по критериям, по которым мы изучали, анализировали этот проект, да, просто озвучу, пробегусь для того, чтобы вы видели, что, да, действительно, есть факты, на основе которых мы сделали вывод, что действительно здесь все замечательно, очень хорошая вероятность к реализации, а, соответственно, мы решили взять это направление к себе в портфель на прокачку. Итак, по порядочку, да, первое, естественно, что официально или легально, да, естественно, проверили, что все в порядке. Регистрация в еврозоне, да, вот, пожалуйста, адрес, вот налоговый номер, все хорошо, основной офис, значит, в Испании находится, да, есть там в Стокгольме и еще по разным странам по миру. Первое, с официозом все в порядке, замечательно. Второе, кто у руля, пару слов скажу, это тоже важно, да, основатель Йонас Вернер, это человек с 25-летним опытом, да, очень серьезные результаты на сегодняшний день, вот, хотя до этого сильно не афишировался, и люди некоторые это отмечают, а почему до этого сильно его видно не было. Вы знаете, я знаю огромное количество людей, очень успешных предпринимателей, сетевиков с огромными чеками, которые не хотят афишироваться по разным причинам. Не вопрос. Здесь такая же ситуация, но сейчас он уже у основания, поэтому, естественно, однозначно он стал публичной персоной, да. И что важно, человек, уже достигший успеха, не полезет куда-то там в какие-то там пирамидки, да, хайпы и так далее. Есть задача на новый уровень выйти. И вот это интересно. И действительно, с Crowd One это, он для себя ставит такую задачу. И еще одного человека буквально покажу. Да, Йохан Хольстайн. Тоже очень примечательная, знаменитая личность в Швеции. Все ребята из Швеции, потому что проект корнями из Швеции идет. Значит, тоже есть различная информация, что и были у него там и успехи, и неудачи, все как у любых предпринимателей и руководителей, да, но огромное количество успешных реализаций и результатов. Это очень важно, да, вплоть до вывода бизнеса, в который он прокачивал, на бирже, и это очень важно, потому что здесь такая же задача стоит. Вот, вот, соответственно, еще несколько примеров его работ, да, действительно, и на сегодняшний день его направление выбранное, и все силы туда вкладываются, это Crowd One. Что еще важно, друзья, если, бывает, спрашивают, да, есть ли дорожная карта? Ну, конечно, друзья, у любого серьезного проекта есть вехи там на 5, 10, 15 лет вперед, а более подробная дорожная карта на ближайшие полгода-год, вот, пожалуйста, здесь тоже есть, и подробная ее часть вы видите, да, на слайде, все, естественно, запланировано, и сейчас двигается, что самое важное, реализации по озвученным планам. Следующий важный момент, друзья. Практически любой толковый сетевой предприниматель знает вот этот вот ресурс Business for Home, да, сверху вот смотрим. Почему? Ну, вы знаете, это независимый, но практически считающийся официальным источником, да, то есть это источник, который много лет анализирует и оценивает, ведет статистику именно MLM-индустрии. Он независим, он сам не участвует в индустрии, но он именно вот
анализатор, да, и что важно, сюда не попадают какие-то там пирамидки, скамы, да, вот хайпы какие-то, только официальные легальные компании. Теперь смотрим, заголовок читаем. Топ-500 самых быстро развивающихся компаний по продажам в 2020 году, то есть анализ 2018-2019 года. И смотрим, строчка номер один, CrowdOne. И смотрите, что важно, друзья, для анализа, да, заметьте, ближайший конкурент почти в два раза отстает. И это было только на начало 2020 года. На сегодняшний день еще в 4 раза компания ускорилась. Как мы это можем увидеть? А вот по следующему показателю, смотрите, есть так называемый независимый источник, да, Алекс Аранкин, который анализирует именно трафик, посещаемость, да, объемы и так далее, и так далее. Так вот, смотрим, опять же, да, по оценке Алекс Аранкин. Первое место, опять же, CrowdOne. Причем здесь в 4 раза ближайший последователь за ними стоит. А в начале года примерно были одинаковые цифры, и у Крауда также было порядка 4000. То есть мы видим, что в 4-5 раз они ускорились за эти полгода. Вот это очень важно, друзья. То есть динамика такая, что сегодня, ну, по всем показателям развития далеко ушли вперед именно CrowdOne относительно других сетевых проектов. Вот это вот очень сильно нас порадовало, да, и это говорит о том, что действительно имеет смысл сегодня присмотреться, если вы не хотите пропустить такую шикарную возможность, потому что нечасто возникают на рынке именно такие компании, показывающие вот такие результаты и задающие, по большому счету, моду для остальных компаний в индустрии. Следующий важный момент, друзья, что мы оценим, конечно же, есть ли идея. Какова идея, какова ее актуальность на рынке? Вот это очень важно, да? Смотрите, что здесь. Читаем слева, да? Создание глобальной сети партнеров и клиентов. То есть я вам объясню в двух словах, чтобы было понятно. Представьте, что мы создаем огромное потребительское сообщество, закрытый клуб потребителей. Зачем мы это делаем? Если нас там, я один, или нас там 10, 20, 100 человек, да, то кому мы интересны? Но если нас сотни, а то и миллионы людей, да, вот не зря здесь цифра, видите, стоит 9 миллионов. На сегодняшний день уже 9 миллионов участников в сообществе CrowdOne. За какой срок, спросите вы? Полтора года, друзья. Всего лишь за полтора года 9 миллионов. Насколько это серьезно? Давайте пример простой приведу. Все же знают компанию Herbalife, например, да? Сколько ей лет? Ну, больше 30 точно. На сегодняшний день сколько у нее партнеров? Чуть меньше 3 миллионов. 3 миллионов, больше 30 лет. Тут полтора года уже 9 миллионов. И цифра постоянно увеличивается и растет. Понимаете? Вот это динамика. Так вот в чем суть, да? Мы создаем закрытый клуб, клуб потребителей. И когда нас очень много, мы становимся сразу всем интересны. Кому всем? Справа читаем. Компании-партнеры, да? Тем, кто продвигает свои товары и услуги. Это же огромный рынок сбыта. И когда мы приходим к любой компании, да, сейчас уже они к нам сами стучатся, и мы им говорим, что мы вам можем направить людей, трафик потенциальных потребителей, но за это вы нашим людям спецусловия и еще и прибылью делитесь. И это им выгодно. Почему? Да потому что им не надо ни на рекламу тратиться, ни на что, понимаете? То есть это настолько взаимовыгодное сотрудничество, просто, ну, представить сложно. Просто такую схему еще ни разу никто не реализовал. Я сейчас вам объясню, почему. Чуть позже, да, на паре слайдов. Так вот, друзья, вот это главная идея. И она сегодня очень жизнеспособна, потому что такие сообщества сегодня имеют очень высокую ценность на рынке. Для примера возьмите там Facebook, Google и так далее. Сообщество людей, да, на единой платформе. И какая ценность на рынке? Потому что централизованный рынок сбыта. Следующий важный момент, друзья. Каков продукт? Всегда спрашивают, а что у вас за продукт? Все потому что привыкли, что продукт внутри компании, да? Человек заходит и потребляет продукт самой компании внутри ее. И вот вам, пожалуйста, товарооборот. Правильно? Здесь по-другому. Смотрите, человек, платя деньги, включаясь в это сообщество, вход платный, это нормально, что он за них получает? Первое, он сразу покупает образовательный пакет. Это уже продукт. Раз. Второе, он получает спецусловия у партнеров. То есть, смотрите, как я вам говорил, товарооборот вынесен за компанию. Вот у всех внутри компании, а у нас продукт снаружи. Мы заключаем договора с компаниями-партнерами, и наши люди, потребляя их товары и услуги, осуществляют товарооборот. Вот он где, понимаете? Но у нас нет одного какого-то продукта, у нас зато огромный выбор, мы можем любые продукты брать, понимаете? И наши люди, потребляя, создают огромный товарооборот, с этого идут финансовые потоки, чуть позже покажу, какие. Это второе, да? Сравнение можно простое привести. Любой кэшбэк-сервис, наверняка знаете, да? Я включаюсь в кэшбэк-сервис, я имею скидки у своих, у партнеров магазинов этого кэшбэк-сервиса. Но на этом там все заканчивается. А здесь дальше пошли. Смотрите, третье.
в подарок человек, включающийся за свои деньги, он в подарок сверху получает еще и доли на права совладения. То есть от финансовых потоков компании он еще и дополнительно получает проценты. Даже если он внутри сообщества ничего не покупает у партнеров, но ему неинтересно по каким-то причинам, он все равно имеет право получать процент от прибыли как совладелец. Понимаете? Просто сейчас это называется доли, это внутри компании. Когда через 3-4 года компания выйдет на биржу, это будут акции. И мы как совладельцы, акционеры, обычные акционеры, мы будем иметь право на процент от прибыли вообще всей компании. Понятно теперь, что за продукт, что получает человек. То есть он становится участником закрытого клуба и имеет определенные преференции, и самое главное, является совладельцем. Вот это очень важно, что мы получаем за свои деньги. Следующий важный момент, друзья. Какие первые партнеры уже есть, да? Внешние, как я вам объяснил. Игровая индустрия – это первое, с кем задружились. Почему? Люди играли, играют и будут играть. Ну, допустим, я не играю, но это абсолютно не важно. По статистике 50% людей играют в игры. Значит, мы понимаем, что если нас много миллионов, половина наших людей тоже любят играть в игры. Почему же им не дать возможность играть у партнеров на лучших условиях, раз, еще и принося прибыль всему сообществу, два, понимаете? Сейчас эта индустрия ограничена конкретно по разным странам, да, то есть только в определенном количестве стран можно вообще воспользоваться этими услугами. Где-то из законодательных вещей, где-то еще что-то, просто не дошли. Но самое важное что? Эта индустрия постоянно растет. Видите, динамика роста невероятная. Смотрите цифры. За 2019 год 2,5 миллиарда геймеров, 152 миллиарда долларов оставили люди в игровых всех приложениях, играх, там, индустрии в целом. Понимаете? Вторая индустрия, с которой мы сейчас уже задружились, это, конечно же, путешествия. Почему? Да потому что это номер один вообще индустрия в мире. Туризм номер один. Понятно, что сейчас пока там все вот эти пандемийные дела, да, границы перекрыты, но это все закончится. И все равно мы опять все будем ездить. И, опять же, да, какие там цифры? Да больше 8 триллионов ежегодный товарооборот, понимаете? Естественно, мы понимаем, что и наши люди в нашем сообществе с удовольствием будут ездить, учитывая, что, например, да, мы сейчас подружились с одним из огромных агрегаторов, да, американским, и наши люди получают 20% скидки. Выгодно? Невероятно просто. Плюс еще и доходы, которые наши люди приносят нашим партнерам, из них часть возвращается в наше сообщество. Понимаете? То есть взаимовыгодная ситуация. Что дальше, друзья? Как это вообще организовано? Просто в двух словах покажу. Смотрите, какая штука. Вот наше сообщество CrowdLand, видите, да, в центре. Потребительский, наш клуб закрытый, да, в нем 9 миллионов уже людей. А внизу наши партнеры. Сейчас это вот игровая индустрия, туристическая индустрия, и еще порядка 40 партнеров сейчас на стадии заключения договоров в течение года они еще к нам присоединятся, будут еще куча направлений, где мы можем, собственно, выгодно для себя приобретать то, что мы все равно приобретаем, но на более выгодных условиях. Так вот, как мы со своими партнерами работаем? Мы создаем определенный поток, да, то есть в данном случае приведен пример, называется iFeelGo, вы видите, да, это шлюз, программный шлюз, через который наши люди направляются на партнеров. Таких шлюзов будет достаточно большое количество, на разных партнеров свои шлюзы, да. Вот здесь показано, как через игровую индустрию это делается. Но смотрите, какая штука, мы направляем туда людей, они же без затрат получили трафик, да, и мы изначально договариваемся, что 50% прибыли, которую они получают от наших людей, они возвращают нам в сообщество. То есть делимся 50 на 50, все по-честному. И им это все равно выгодно. Почему? Сегодня до 80% рекламного бюджета съедает в компаниях, понимаете? А тут не надо тратить на него. Даже если они 50 отдадут, они все равно в плюсе в огромном, понимаете? Как это, собственно говоря, происходит, друзья? Ну вот смотрите, да, iFeelGo, я вам сказал, программный шлюз. Это как зеркало в интернете. Через него раз наши люди отправляются к партнерам на их площадке, да? Это не значит, что мы стали игровой площадкой. Вот это зачастую я иногда слышу, да, когда неправильно объяснили. А, вы там игровая площадка, игры пропагандируете. Нет, друзья, мы просто закрытый клуб. Но у наших партнеров есть свои площадки игровые. И кому из наших людей интересно, они просто идут туда, играют, но на более выгодных условиях. И еще и принося прибыль нашему сообществу и себе в частности, понимаете? Мы не пропагандируем, иди играй, пойдемте все играть. Нет. Просто если человек все равно любит играть и играет, почему же не делать это у своих партнеров на выгодных условиях? Понимаете? То же самое путешествие. Если я все равно путешествую, зачем мне идти к какому-то туроператору и ему
платить деньги. Если я у своих партнеров сделаю это дешевле, еще и с этого процент прибыли получу не только я, но и все мои партнеры. Понимаете, как классно? Вот и все. То же самое, там скоро Mixer запустится, следующий шлюз, да, это вот... Ethylgo – это 18+, азартные игры. Mixer – это уже социальные игры 6+. Запустится в ближайшие месяцы. Вообще, практически все население, которое играет, может здесь участвовать. Да, мобильные игры, киберспорт здесь, в частности, лежит и так далее. То же самое отдельно организовано взаимодействие с нашим туристическим партнером, да, Life Trends. Тоже отдельное приложение, попадаем мы на него по реферальной ссылке, чтобы понятно было, что это наш участник нашего сообщества, и все, и дальше, собственно говоря, покупаем на выгодных условиях у наших партнеров. Следующий момент, друзья, откуда здесь деньги и как финансовые потоки построены? Вот здесь тоже очень важный момент, сейчас внимательно послушайте. Смотрите, есть два финансовых потока, чтобы было понятно. Люди, которые видят только один из них, у них сразу ассоциация, слушай, какая-то пирамида. Деньги только от новых участников? Тогда пирамида. Естественно, но это только один поток. А есть второй, который сразу почему-то люди не замечают. Давайте разберемся. Первый поток действительно. Вот видите, да, картинка. Пригласи новых участников и получишь за это реферальное вознаграждение. Все понятно. Активный доход, реферальный он. Здесь бинарный маркетинг-план, друзья. Сейчас в любой толковой компании приведи друга, получи плюшку. Да? Только здесь это очень серьезные выплаты. То есть от всех входящих пакетов, которые люди покупают, да, до 90% идет в сеть. Почему компания может себе это позволить? Если бы это был товарный маркетинг, да, то 60-70 там максимум, и это очень шикарно бы считалось, то, что идет в сеть. Почему? Себестоимость продукта никто не отменял. А здесь цифровая индустрия, понимаете? И здесь не надо на себестоимость откладывать. Поэтому до 90% все спокойно дают. Поэтому очень большие сегодня доходы. Мы чуть позже покажем, какие. Так вот, бинарный маркетинг-план, да? Мы приглашаем новых участников, они, приобретая пакеты, и львиная доля этих денег идет на оплату рекрутеров. Они бы могли в рекламу это лить, но неэффективно. А вот сарафанное радио, да, сетевой маркетинг, вот он, пожалуйста, чистой воды. Как только вы хотите создать потребительское сообщество, самый эффективный способ, давно уже доказано, это сетевой маркетинг. Все, точка. Соответственно, здесь тоже он используется вот в этой части, именно в построении сообщества. Задача независимых партнеров – увеличение самого сообщества. Это первый финансовый поток, и рекрутеры здесь зарабатывают за счет этого очень серьезные деньги. Отмечу два момента здесь бинара, мы его называем объемным. Почему он отличается от тех, что на рынке? Во-первых, кто понимает в этом, кто не понимает, спросите у людей, которые вас пригласили. Во-первых, бинарные циклы не по малой ноге считаются только, а схлопываются один к двум и один даже к трем. Схлопываться могут, и, соответственно, ваш доход в 4 раза может увеличиваться. Один объем с малой ноги берется, и 3 объема вычерпываются с большой. 4 раза доход увеличивается. И матчинг бонус, да, чек от чека ваших людей. До 5 уровня, друзья, от бинарных бонусов ваших всех людей 10% вам будет выплачиваться. Очень круто. Это что касается активного дохода, первый финансовый поток. Но есть второй, вот который надо понять, и тогда вы поймете всю идею. Смотрите, какая штука. Когда мы направляем трафик уже наших участников на наших партнеров, и они осуществляют вот этот внешний товарооборот, да, который вынесен за компанию, 50% от доходов идет к нам обратно в сообщество. И вот это второй финансовый поток, который уже компания зарабатывает. Чем больше нас, чем больше компаний-партнеров, тем больше товарооборот мы осуществляем, и, соответственно, эти финансовые потоки тем больше и больше возвращаются в сообщество. И как они распределяются, да? Вот это второй финансовый поток. То есть первый этап – это увеличение сообщества, это активный захват рынков. Потом, грубо говоря, когда все рынки извещены, кто захотел, включился, кто не захотел, не включился, все, эта бизнес-возможность по большому счету закончилась. Но как раз начинается второй поток очень бурно работать, когда все начинают потреблять товары и услуги. Смотрите, какая штука. 100%, которые в сообщество пришли, видите, да, на картинке, 20 из них остаются в сообществе, это понятно. Операционные расходы, да, зарплаты, развитие и так далее, и так далее. Это правильно. А вот 80% опять же выплачиваются участникам сообщества. И вот это классно. Почему? Два пассивных дохода, друзья. В обычных MLM-компаниях один пассивный доход. Создал команду, она делает постоянный товарооборот, ты с этого имеешь проценты. Все по-честному, один пассивный доход. Здесь их два. Первый – это как раз, когда вы создали команду и достигли определенных рангов в компании, вы получаете зарплату ежемесячную. Не считая того, что вы по бинару там получаете, да, зарплата.
Каждый месяц, 15 числа, в зависимости от вашего статуса, вы получаете зарплату. Круто? Офигеть. Причем карьера не сгораемая. Один раз выстроили, дальше получаете зарплату каждый месяц. Классно? Классно. 40% дохода всего сообщества, вот этого второго потока, идет на зарплаты. И вторые 40% на доли. Помните, человек в подарок получает доли, когда пакет приобретает какой-то, включаясь в сообщество, он получает в подарок доли. Но более того, от всех текущих доходов, которые активно он получает, да, 30% тоже превращаются в доли. И его долевая часть увеличивается. Он совладельцем становится все больше и больше. Так вот, 40% это уже ежеквартально от доходов компании с этого второго потока идет на выплату как раз по долям. Сейчас понятно, пока все эти потоки настраиваются, это небольшие вообще прям выплаты. Но когда нас станет уже, да, сотни миллионов людей, много партнеров, огромный товарооборот, то это будущее. Вот для примера, да, Facebook, да, за тот год заработал 21 миллиард долларов. Вот это уже интересный товарооборот. Вот это уже есть чего выплачивать. Соответственно, остается три вопроса, которые люди обычно себе задают. Первое. Если я включаюсь, я плачу деньги, как быстро я могу вернуть? Элементарно, друзья. В течение 2 недель есть для этого отдельный специальный бонус. Бонус страха потери своих денег, да? В течение 2 недель, делая простые действия, которым вас, кстати, еще и научат, включив всего лишь 4 таких же, как вы уже возвращаете свои деньги. То есть на такие же пакеты 4 людей включились, вы вернули свои вложенные. Если это будут пакеты больше, которые люди включаются, вы еще и больше заработаете, потому что больше принесете товарооборот. Это первое. В течение 2 недель можно вернуть свои вложения. Второй частый вопрос. А сколько надо времени, чтобы заработать, ну, например, первые там 20-30 тысяч рублей, да, ну, там, вторую зарплату для многих? Элементарно. Смотрим уже по команде, по людям, которые уже это сделали. В среднем, если человек делает правильные действия, опять же, да, которым конкретно объяснят пошагово, что надо делать, в течение первого же месяца в среднем люди зарабатывают свои первые 10-20-30 тысяч евро, не, рублей, да, 100-200-300 евро, это 10-20-30 тысяч рублей. В течение первого же месяца, пожалуйста, вы можете заработать вторую зарплату. И последний важный вопрос, который люди себе задают, а сколько здесь вообще можно заработать, за какое время? И вот здесь я попрошу, чтобы ответить на этот вопрос, да, на примерах, естественно, будем смотреть, да, каков потенциал проекта, сколько можно заработать. Я попрошу включиться своего партнера, это девушка, зовут ее Лариса, и она не только профессионал в этом направлении, она уже не первый месяц вот в этом проекте и может показать конкретные примеры и результаты, к чему можно прийти, например, спустя полгода, работая в этом направлении. Лариса, прошу тебе слово. Да, здравствуйте. Спасибо, Артём. И действительно, я в этом направлении уже более 6 месяцев и имею уже неплохой результат, он мне очень нравится. Ну и чтобы все-таки один раз увидеть, давайте зайдем в мой кабинет и посмотрим просто на доходы. В эту компанию я присоединилась 12 января этого года. И результат мой сегодня 132 288 евро. Цифра большая, но это в бизнес-баллах. Нужно разделить на 10, и это будет выражение уже в евро. Кратенько хочу рассказать вам свою историю. Услышала я о компании еще в декабре 2019 года от своей подруги Аллы, которая тоже, как и я, проживает в городе Воронеж. Но я не пошла за ней, я сказала, тебе налево, мне направо, не нравится ничего, не услышала, не увидела, не разобралась. Но когда через некоторое время, примерно как раз через 1,5 месяца, она показала мне свой чек, и причем чек не нарисованный вот так в кабинете, а уже свой чек со своей карты, цифры меня настолько поразила, что я сразу сказала, дай мне ссылку, я хочу разобраться. Ты действительно получила? Да. Ты действительно зашла только вот на такую сумму и больше ничего не добавляла? Да. Все, последующее время свое я потратила для того, чтобы разобраться в этой теме и, в общем-то, иметь вот такой результат. В отличие от Аллы, я сидела дома у компьютера, никуда не выезжала, а она поехала по городам и поднимала свою команду. Давайте мы сейчас зайдем в кабинет к моей подруге Алле. У нас доверительные отношения, и она позволяет мне заходить в ее кабинет для того, чтобы показывать людям, какой можно добиться результат всего лишь вот за 1,5 месяца разницы. Сейчас мы с вами зайдем в кабинет Аллы Князевой. Это подруга, которая меня пригласила, я вам уже говорила. И посмотрим, какой результат она добилась
работает в компании всего лишь на 1,5 месяца больше, чем я. А результат ее чека составляет в 3 раза больше, чем мой. Это 402 тысячи евро. Ну, цифру делим на 10, так же, как и мою, и вот этот результат. Поэтому, ребят, вы видите, что в этой компании действительно можно заработать очень большие деньги. И предлагаю вам в дальнейшем более внимательным быть к той информации, которую вам скажет Артем. И не совершайте моих ошибок. Всем удачи. Спасибо за внимание. Ага, спасибо, Лариса. Вот, друзья, собственно, ответ на наш вопрос, да? Каков потенциал? Чего можно достичь спустя, допустим, 1,5 года, например, да? Я прекрасно понимаю, что для кого-то там десятки, а то и сотни тысяч евро – это нечто заоблачное, да? Однако мы с вами должны сделать правильный вывод. Какой? Если человек, да, вот пример Ларисы, сидя дома даже просто спокойно работая за компьютером и по телефону, достиг за 1,5года результат в 100 с лишним тысяч евро, да, то заработать, например, там 20, 30, 50 тысяч рублей проблем вообще не составляет, если действительно делать правильные прямые действия, которым вас здесь научат. Вот и все. А это ведь мы понимаем, что сегодня, да, для многих людей вторая зарплата – это, ну, прям подспорье. Кто-то вообще после последних событий потерял свои источники дохода, и для них актуально сегодня вообще на жизнь заработать где-то, да, первые там 20, 30, 50 тысяч рублей. И здесь это абсолютно реально и возможно для каждого. Последний вопрос, который у нас с вами остался, это что необходимо сделать для того, чтобы попасть в этот проект. Вот смотрите, последний слайд вам покажу, да, 4 варианта входа, 4 пакета здесь они так называются, и что хорошо, что их много, да потому что на каждый вариант, да, на любой карман, на любой кошелек. От 100 евро, грубо говоря, до 2500 евро. И мы прекрасно понимаем, да, что, ну, кому-то и 100 евро – это максимум, что он может сегодня себе позволить, а кому-то и 2500 – это нормальная цифра. Что важно понимать, друзья? Даже зайдя на любой уровень, даже на минимальный, всегда можно будет сделать усовершенствование своего пакета, так называемый апгрейд, да, просто доплачивая разницу. Либо из своих денег, но многие делают, заработав здесь, просто доплачивают разницу, поднимаются на следующий уровень. Доплачивают, поднимаются на следующий. Почему имеет смысл смотреть на максимально большой пакет, который вы можете себе позволить? Во-первых, смотрите, да, первое, права владельца – это те самые доли, на которые 40% прибыли компании идет. И чем больше пакет, понятно, что тем больше долей в подарок вы получите. Естественно, следующие строчки показывают, что чем выше пакет, тем больше бонусов вы будете получать. А это значит больший доход за те же действия. А это важно. Ну и третий важный момент, естественно, вы являетесь примером для своих будущих партнеров. Потому что они смотрят, а что делаете вы, как заходите вы, и они вас просто начинают повторять. Соответственно, друзья, почему сегодня, да, допустим, очень интересное время для включения? Потому что, допустим, если вы быстро примете решение, можете попасть в акцию, которая сейчас идет, да, частенько в компании разные акции проходят интересные. Вот сейчас, допустим, идет такая, что включившись на любой пакет, следующий уровень вы получите в подарок. Очень шикарный вариант. Для многих действительно такие подарки, это, ну, как бы непривычно, да? Но что важно, друзья? Смотрите, со слайдами мы закончим. На самом деле важно, что у нас в компании разработаны прям понятные пошаговые стратегии, которые говорят о том, из чего человек хочет и что ему для этого надо сделать. У нас есть 2 основные стратегии. Первая, простая, самая, называется 2x2. Если человек хочет за ближайшие 3-4 месяца заработать, например, 1-2-3 тысячи евро, да, то есть 100-200 тысяч рублей. Простая стратегия, 2x2, заходим на, даже на минимальный пакет, на один кабинетик и спокойно двигаемся. Но есть стратегия для тех людей, которые хотят 10-20 тысяч евро заработать в ближайшие 3-4 месяца. И это, конечно же, другие шаги, другие заходы и другие результаты. Это все равно, что вы можете либо взять, да, лоточек себе купить и ходить пирожки продавать и 3 копейки зарабатывать. Можете павильон купить. Понятно, что на входе другие действия, другие цифры, но и результаты другие. И это все у нас просчитано, проработано, человек только для себя определяется, чего я хочу, 1-2-3 евро или 10-20 тысяч евро. И он делает правильные шаги и начинает идти к своим результатам. И что важно, друзья, как правильно говорила Лариса, да, сейчас уже нет необходимости вам самостоятельно изобретать велосипед. Что делать, как и так далее. Все уже проработано, просчитано. Есть определенные инструменты,
который вы можете использовать для движения к своим результатам. И попадая в команду, которая уже двигается вперед, вы, соответственно, достигаете своих результатов проще и быстрее. Потому что с вами прям за ручку вас возьмут, и шаг за шагом с вами пройдут этот путь, вас обучая и в это время строя ваш бизнес. Пока вы обучаетесь, и дальше уже двигаемся вместе, да, как равноправные партнеры, все в порядке. Поэтому, друзья, если вы поняли, какая здесь действительно есть очень интересная идея, реализацию, которую еще пока ни разу вообще вот на этом рынке никто не показывал. Мы первые, кто это делает. Если вы поняли, насколько это потенциально серьезно и интересно, если остались вопросы, позвоните, свяжитесь с людьми, которые вам дали эту запись, либо пригласили на этот эфир, и задайте эти вопросы, разберитесь, если что-то непонятно, и тогда вы поймете, что действительно такая возможность появляется раз в десятилетие на рынке, понимаете? И успеть ее включиться, чтобы действительно здесь часть потоков построить для себя, а потом еще и этот актив выстроенный будет вам приносить постоянный пассивный доход, то это, согласитесь, дорогого стоит. На этом у меня сегодня все. Разбирайтесь, отвечайте себе на вопросы и включайтесь в нашу дружную команду. До встречи в эфире!